Кузьмин Матвей Кузьмич, самый старший по возрасту герой Советского Союза. Родился 3 августа 1858 года в деревне Куракино Псковской области в семье крепостного крестьянина. Жил охотой и рыбной ловлей. В ночь на 14 февраля 1942 года 83-летний Матвей Кузьмич был схвачен гитлеровцами. Они потребовали от него указать путь в тыл позиции русских войск на Малкинских высотах. Под угрозой смерти старик согласился. Кузьмич предупредил через 11-летнего внука Сергея воинскую часть нашей армии. А сам к утру вывел вражеский отряд к деревне Малкино под пулеметный огонь русских бойцов. Отряд был уничтожен. Проводник погиб от рук немцев, выполнив свой патриотический долг. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу посмертно присвоено звание героя.